Еще тройка. Две пасеки, еще три. Да. Короче, это обзор на игру, которая называется какие-то. Аж выключил вроде бы интернет. Что я надел? Да-да-да, ночную игру. Я, конечно, решил перезапустить, короче, игру, потому что... И что мы ждем? Что это был звук? Так, открылись в интернет, потому что я знаю, что здесь не будет работать, короче. Все нормально. Пошли. Это прикольно была игра, когда я начал только играть. Идем, идем по полю пулев. По полю чудес мы уже ходим там. Ну у нас же есть ускорялка. Офигеть. Блин. Вот я дядя. Чё? Чё? Эй, Патрик, чё? Патрик, чё? Патрик, чё? Он спрашивает, чё? Не понимаю, чувака. Башка оранжевая. Ничего себе, оборзела. Ой. Ну давай, погнали, куда ж нам надо убежать, это мы уже знаем. Это нам в эту сторону, короче, надо бежать. И мы здесь таки открываем, да. Я, кстати, сегодня буду еще видео. Вы видели все мои видео, там, где я описывал всяких персонажей? И не только. А сегодня будет точно про губку Боба. Это Патрик, который, да, Патрик, сейчас я вам хотел уже рассказать, потому что что-то уже меня залагал. Опа, у меня залагал. Не-не-не. Честно говоря, я хочу сказать то, что... Ну как, ребят? Если... Я себя описывал. Короче, столько уже подписчиков. Где-то 1143 видео. А может, бей-бой. Нет, он сюда пойдет. Кстати, губки Боба такой видео на Настика. Это башка. У Снипер это какая-то башка, не пятая. А у Патрика он такой. Вот это у Патрика, а я вроде бы кто сейчас? А что вроде бы губка Боб? А что у губка Боб то приперся в дом Патрика? Патрик! А губка Боб? Ты слепой, что ли? Пью слепой. А год назад я что-то снимал «Остров сокровищ». Рекомендую тоже посмотреть. Хотя ладно, зачем мне старые смотреть? Да, ага. А может покупать? О, какой. Купаться ты любишь. Купается. О, уже нормально что-то пошло. Я ж... Вроде бы закрыл бы, но... Найдите блокнот с паролем, не сломайте компьютер, спасибо, вау. Патрик будет одна губка Боба рассержен такой. Губка Боб. О, смотрите, уже темнеет. Я даже забыл, что здесь было. Где-то на третьем туре мы остановились в прошлый раз. А сейчас его пройдем по-нормальному. Если все равно будет не мешать, то... Ну, вроде мы можем пойти сюда. Вот он. О, нет, он идет куда-то сюда.
Ты не умеешь про собачки делать? Это только я сейчас проиграл, короче. Да, это вторая серия, твой сосед Пантрик, сосед. Да, но я, в общем-то, могу. Так все закупается. Тихо-тихо. Капец, у меня тут... Я знал, что он сейчас оттуда выбежит. Я не знаю, как я это ожидал. Но... Пока что будем играть на телефоне. И вы смотрите канал The Excess Lookingy? Год назад, 1 декабря 2020 году, он снимал... Да, это был год назад, можно сказать. Снимал, короче, с Алиской, или как-то меня зовут, Лиской, Алиской, не помню как. Лиской, Швейцарь, Лиской, короче, да. Снимал видео «Настоящие прятки». Вместо прятки написал почему-то «Предки», а не «Прятки». «Предки». Вот какой предки. А мы спасли. Нет, кого пришел? Нет. А, он ушел. Кривотение. Так. Ну. Короче, мы можем сейчас взять, короче, блокнот, а потом мы еще пойдем. Куда бежать? Вот он возвращается, думаю. Интересно. А другой он сейчас наваляет меня, что-то на где. А, он возвращается. Блин, я уже нашел блокнот, а теперь заново придется. Блин, игра окончена, как же мог. Осторожно. Потому что с ума сойти. С ума сойти? Блин, что происходит? Блин. Как ты можешь? Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Патрик, тебе не стыдно? Тебе не стыдно. Так, ну теперь можно и пройти. Честно говоря, пока что на телефоне я буду пройти. А, вот здесь почти. А, он почти добрался. Офигеть. Ну что, какой-то слепой. Ну ты слепоту, ну ты слеп. Эй, коты. Это чай больше. Опять слепой, а что ж ты, Патрик? Не можешь никак это... Что там говорят? Да что ты такой слепой, Сеня? Там... Глухой. Какая же шипантрик такой слепой? Куда он? Нет, нет. Где мне его искать? Да куда он? Патрик, где ты? Патрик Стар. Не, вот его имя никогда. А что там? Вроде бы это правильно шло, но... Вот. Где он уже там? Вот здесь. Где он? Сейчас опять надо было идти, но я ладно, это не учел. А он сюда идет? А, он идет сюда! Блин, надо сюда спрятаться, немедленно. А может он сейчас не идет? Он быстро не стоит. Взломать компьютер!
Сейчас мы все с другом. Давайте. А, да, да, продолжаем. Поздравляю вас, да, то, что нужно. Короче, а сколько серий вообще должно идти минут? Ребят, оказывается, то, что компьютер надо было сразу вроде бы взломать, а затем Thriller Play снимал Антарктидный, или как там игра называлась? Забыл, блин. Почему я забыл, как называется игра? Что-то там Антарктидная 88, да. А, 9 вроде бы, да? А, он меня не нашел, а? А, валим отсюда! Ладно, у меня уже потерял, кстати, видали? Какой я лап. Где он? О, какой ты бухой. А покажись, вполне нормально. Оу. Меня тут нет. Меня тут нет. Бежи за мной. Да бежать. Не, надо уходить с собой. А, он сзади, за мной идет. Да блин, надо уходить побольше. А сейчас как меня поймает, и капец будет. А блин, я ж не успеваю, короче. Да он сейчас меня напотрит, и я капец умру от него. Что это? А помните, я снимал «Радужных друзей»? А, он беседует? О, он загоняет. А, остался там. Пусть так. Найдите чемодан с деньгами. Покиньте дом. Я помню поездку. Короче, он меня поймал. А, меня поймал, я даже не заметил. Сейчас он поймает меня, точно. Как он меня поймал вообще? Потому что я не умел бежать. О того идет речь. Ну, а сейчас... А, забер! Ой-ой, я не умею выходить. Где он? Походу он ушел. Он еще идет. О, какой быстрый. Может, уйдешь? Ты подкинешь? Я что, его кого? Зачем ты это сделал? О, в тюрьму посадился. Посадить в тюрьму? Нельзя тут. Он же тогда надо выходить. Тоже как в тот прошлый раз идти. Этот путь был намного легче. Это путь для того. Вот этот путь походит для того объекта. А тот для этого, да. Да, это точно. Как будто это отсюда бы пришли, короче. Так, просто подумать. Ну да, я сейчас... Электричество? Серьезно? Зачем должно электричество? Интересно узнать. Ну блин, а что такое? Ну как же он сдал? Мать. О, наконец. Какой куш он заорвался, небольшой уж. Ух ты. Ух ты. Да что делать? Куда бежать? Какая дверь? Ибо... А! Нет! Не найдет. Может, бежим уже? Нет! Нет! Поймал. Все равно поймал, не хочет отдавать мне победу. Так что
он какой-то глупый. Надо проверить. Амниверс. Как открыть амниверс? А тут амниверс не работает. Не показалось, что он меня поймал? Нет, он меня не ловил, но... А если... Блин, а вдруг он... Блин, кажется, спалит меня. Вдруг спалит. Нет! Отстань! Отстань меня! Седа! Отстань меня! Отстань! Ай, блин, отстань! Нет, все мне капец. Отстал? Он отстал. Что происходит? Какой он жесткий. А если он сейчас не словит? Ладно, ладно, София. А он так, что он такой выстрелит вообще, а? Окей, ты какой. Нет, нет, прыжок. Нет, он сейчас не стоит. Нет. Ага, встал. Ха-ха-ха-ха. Все, меня не поймаешь. Да, все так. Эй, мы встретились. Ой, на меня попался. Давай ли что-то делать тут? Давай. Где ты? А вот ты где. Ну давай, заходи ко мне. Ну давай, давай. Ну что ты, ну что ты делаешь? Он Женя нашел? Да. Вот так и есть, ребят. Короче, я не прошел игру, так что всем пока, до скорой встречи.